Братульцы мои, всем привет. Дмитрий Виноградов, YouTube-канал «Мужская тропа». У нас третий день. Идут дожди. Сильнейший просто порывами ветер. И пока с Ильчухой никуда на охоту не ходим. Ни по вальшнапу, ни по рябчику. А плотно начали заниматься именно бобром. Вчера я приехал на данное место проверять капканы. Ну и вообще я капканы как бы, да, свои проверяю каждый день. Конечно же, каждый день видео выкладывать с проверками не будешь. Потому что, друзья мои, не каждый раз есть результат. Но вчера на этой постановке, когда я пришел, была, друзья, сработка. В данном месте стояла фотоловушка, и было видно, что очень крупный бобр пришел на данную постановку. После 90 секунд как бы съемки фотоловушка прекратила снимать, потому что для нового как бы включение ей было нужно новое движение, а на это она уже не реагировала. Возможно, подумала, что шевелится, скажем так, ну, трава от ветра. А следующий, друзья, уже кадр был, как капкан сработанный, и в нем ничего нет. Решил я вчера здесь посидеть в засидке с ружьем. Сел, друзья. Погода, говорю, просто была жестокая. И где-то в 19:10 я услышал первый всплеск бобра. Просидел я до 9, наверное, до 9:30 вечера. Бобр мимо меня проплывал 3 раза. И знаете, вот так хорошо прям было видно. Вот когда идет дождь, даже фонарь не нужно было включать. Я имею в виду налобный. Он просто прям лежит, по воде по течению всплывается и слушает. Очень хорошо его, друзья, было видно. 3-4 метра от меня бобр проплывал. Но я его не стрелял. Я все-таки ждал, что бобр выйдет или на мой берег, или на противоположный, на вылаз. Потому что, несмотря на то, что речка вроде бы и не широкая, друзья, она глубокая. И я побоялся, что бобр утонет. Из-за того, что дожди идут постоянно, уровень воды прибавляется. И вот сегодня я по новой, уже ближе к берегу, подвинул капкан и уже подальше сделал постановку с искусственным как бы вылазом и приманкой. Фотоловушку на данной постановке оставлять не буду. Подразумеваю, что бобр, возможно, мог об капкан как бы удариться и испугаться, и сюда уже не приходить. Так что фотоловушку сегодня поставим в новом месте. Кто смотрел мои прошлогодние охоты на бобра капканами, тот помнит, как я охотился на бобра профессора, но так его и не добыл. Вот, кстати, только вспомнил сегодня про него и решил поставить снова здесь постановку проходного капкана с приманкой. Осталось только установить здесь фотоловушку. Бобр здесь живет очень крупный, друзья, но очень хитрый. Много раз я на него любовался, но так его и не добыл. Прошелся уже здесь рядышком по берегам и вижу, что он уже активничает. Также присутствуют вылазы и запасается на зиму. Повторюсь, друзья, кому интересно, как я делаю постановку проходного капкана с приманкой, я оставлю ссылочку под видео. Обязательно посмотрите, кому интересно. Просто каждый раз об этом говорить и показывать, но лишняя трата времени. Да и когда херачит, друзья, дождь, извиняюсь за выражение, честно говоря, не особо приятно вообще заниматься видеосъемкой. Ну вот, в принципе, и все. Капкан установлен. Приманка на вылазе с курганом нанесена. На данной постановке я буду использовать приманку профессор. И также стоит фотоловушка. Я же говорю, друзья, бобр профессор. Видите, у него есть такой кормовой столик. Правда, его подтопило, уровень воды прибавляется. И вот на кормовом столике лежит генератор. Ну, чем вам не бобр профессор?
практически уже каждый раз, как не иду проверять капканы, встречая друзья лосей. И знаете, удается подойти реально очень близко. Наверное, сейчас я снимал, ну, метров максимум 60 было до коровы и где-то, может быть, ну, метров 70 стоял бык. Очень интересно, конечно, за ними понаблюдать. Подошел к крайнему капкану на сегодня. Вот он, видите, друзья мои. И как поднимается вода, сейчас я вам покажу. Когда я его устанавливал, то искусственный вылаз был здесь, и приманка была где-то здесь. На данный момент все затоплено, и вода потихонечку все прибавляется. Не стал ничего переставлять, потому что уже очень, друзья, замерз. Честно говоря, хочу домой. Прям взял вот грязи, наложил чуть дальше. Положил туда приманки и все. Ну а продолжение видео будет, когда уже буду в следующий раз проверять капканы. В любом случае, походил, друзья, сегодня очень много. Приятная встреча с лосями. Как всегда, меня радует мою душу. Ну, погода, конечно, дрянь. Очередная проверка проходных капканов на бобра. Сегодня, наконец-то, ясная погода. Утром был первый заморозок, уже было минус 2. До этого 3 дня шли дожди. Уровень воды постоянно в реке менялся, из-за этого приходилось постоянно капканы переставлять. Приманку мою смывал, и результата никакого не было. Сейчас я приехал, проверяю первый капкан, друзья, и есть сработка. Но в него попался не бобр. Посмотрите, в мою постановку попало сразу, друзья, 2 селезня. Сразу 2. Сказать, честно говоря, что я расстроен, да в принципе нет. Селезни осенние, жирные, считается таким довольно неплохим трофеем, друзья. Но, конечно, хочется поймать целевого зверя. Сейчас данных селезней я вынимаю, по новой взвожу капкан, наношу приманку и иду проверять следующие, друзья, капканы. Ну вот, в принципе, и все. По новой установил капкан, поставил приманку. Селезней в пакет и идем дальше. Очередной капкан на проверке, друзья, и тоже сработка. Но здесь уже попался бобрик. Бобрик не крупный, такой сигалеточка. Но, друзья мои, как я уже и говорил, при охоте капканами бобра капкан не выбирает. Очень интересно потом будет посмотреть, что здесь сняла фотоловушка. Но опять же говорю, здесь в этом месте плавает бобр и крупный. Я посмотрю, подходил ли он на приманку или нет. И все-таки взведу еще раз по новому капкан, нанесу приманку и оставлю пока эту постановку на этом месте. И да, кстати, друзья, я веду свой телеграм-канал. Канал называется «Мужская тропа». Ссылочку оставлю под видео в описании и в закрепленном комментарии. Так что если у вас есть такое желание, поддержите, подпишитесь, пожалуйста. Да, и, кстати, в моем телеграм-канале вы всегда будете получать свежую информацию с моих охот, рыбалок, да и вообще с личной жизни. Так что поддержи и подпишись. Заранее спасибо. Друзья, ну вот он, мой бобрик. Бобрик не крупный, килограмм такой 8-10. Но знаю, что здесь, говорю, опять же, живет крупный бобр. Фотоловушку посмотреть не смог, что она снимала, так как разрядились аккумуляторы. А запасные аккумуляторы я с собой взять забыл. Так что фотоловушку брал в рюкзак. Дома посмотрю, что она наснимала. Но у нас еще есть третья постановка. Так что идем пока, друзья, ее и тоже проверяем. Ну что, проверил сегодня 3 капкана. В первом был у меня утиный дуплет. Во втором небольшой бобр сигалеток. Считаю, что все-таки охота была удачной. На этом видео я свое как бы это закончу. Но скажу так, поставил сегодня капканы все на том же месте, где они стояли. Нанес также приманку профессор. И приеду уже завтра, посмотрю, если какие-то движения будут.
то, возможно, продолжу охоту на этих же местах. Если движений никаких не будет, то уже буду искать какие-то новые места для постановки и ставить их как бы уже в другом месте. Братцы, всех вас обнял, всем здравия, всем ни пуха, ни пера, ни хвоста, ни чешуи. Ну и давайте, увидимся в угодьях.